Народ, всем привет! С вами Мишаня, канал Герасим Мир Вездеходов. Сегодня я приехал в Жуков гараж. В прошлый раз цель моей поездки сюда была знакомство вот с этой машиной. Мы ее немного покатали, поплавали по жижам. Сегодня мы поедем на этой машине в болото. Там у нас будет рыбалка, еда и, возможно, что-нибудь еще. И, кстати, ребят, как вариант перевозить две машины за раз, это вот двухватер и прицеп. Погнали! Ну, как говорится, свобода определяется длиной поводка. Мы его себе немного удлиняем, так сказать. Ну что же, ребят, мы сбросили машины, едем к болоту, за руль меня не пускают. Говорят, маленький еще. Вот. Нас не разбился. Не привык мешать, как будет на болоте тренироваться. Да. Так. Выходи, не сдал. Машина мощная, машина резвая. Штурвалу надо привыкать. Чудо, просто чудо. Конечно. Ну что ж, в очередной раз меня допустили к управлению вездеходом БРО. Не побоюсь этого слова, в самых жутчайших условиях. Мы, ребят, на ковровом болоте с лужами. Жуть, жуть, что будет твориться сейчас. Намесили мы болото. Вот наша команда. Здравствуйте. Это Александр Сусанин. Александр Сусанин, путеводная звезда нас по болотам. Так, это у нас Андрюха. Всем привет. Ребят, сейчас поедем ловить знаменитую болотную треску. Сейчас. Она где-то вон там вот водится. Где-то вон там. Вот где-то вон там. Вон. Есть
знаменитая тресковая лужа, и мы, может быть, даже до нее доберемся. Вот. Ну а дальше вам все покажем, что там у нас случится. Пойдемте, я вам покажу, какая тут клюква растет. Раздвигаем кочку, а тут у нас сокровище богатства. Гигантские, гигантские просто ягоды. Нереально огромные. Вон они тут кучно-кучно растут. Наши спортсмены подбирают правильную снасть, потому как здесь надо подходить к процессу серьезно, основательно. Просто абы как не получится. Вот. Снасть разнообразная, поплавочная, заочная, он там прикормка у нас плавает. Так что мы все ждем результатов. Можно пока, не знаю, новости какие-нибудь почитать, да? А на что вы ловите, скажите, пожалуйста, мне? Я вот что это такое? У местных аборигенов узнал, что... Это секретная наживка? На кожицу от курицы. Понятно. Они здесь ловят. Ну, как обычно, клевало вчера и завтра. Или как там говорят профессиональные рыбаки. Ну, нам дабы... Клево было и клево будет. Да, да. Ох ты! Так, давай, хвались. Вот она, знаменитая болотная треска. Тресочек. Все, заглотил до задницы, до самой, наверное. Да. Эх, придется съесть. Так. Так, здесь треску ловят на спиннинг. Не теряй надежды. Вон там какой-то, тут резина какая-то мотыляется. О, у нас... Вот это уже интереснее. Это уже больше похож на... О! О, да он даже самоотцепляемый. Класс. О, это работает волшебная наживка. А вот блесны что-то не работают у нас совсем никак. Так, ну это уже беспредел рыбацкий. Тащи, клюет. Команка работает. О. А это наш багрильщик Андрей. Передал эстафету Мишане. Этот ртана, видите, спасает. Сейчас у него точно треска грамм на 300, на 400 будет. Бассейн устраивает, он там плавает. А ему пофигу, он поплавок там у него дергает, а он тут спасает. Одной рукой спасает, другой... Другой ловит. Да. Смотри, не за крючок, а за резинку держится. Мишань, вот профессионал. Вот видишь? Это вот называется жадность. Жадность губит. Миш, сними, пожалуйста. Оп! Зачем? У него сняли. Система самоотцепления нормально работает. Ну, в общем, косяк в бухту зашел. Мишань, куда ты пошел? Иди рыбу доставай, тебя клюет. Быстрее! Вот. Так, главное добычу умотать, чтобы она устала. Вот и Мишаньке повезло. Ну, у тебя если вот крокодил. Да. Все, обрыбился. Не северный налим, да? Нет, конечно, но для местных широт весьма... Выдающийся экземпляр. Какая коварная зверюга. Так, ну что мы с ней будем делать? Отпускай. Жалко. Мясо, да рыба. Ладно, отпускай. Все, на болоте были. Треску поймали, вам показали. Едем дальше. Что у нас там, Мишань? Остались один артефакт. Получится такого сдернуть? Хорошо, давай назад. Назад? Назад. Оп! Оп! Кто-то верши ставит. Стой. Давай вывезем, выкинем его на берег. На берег? Да, вот так не надо. Все.
расслабились. Так, ребят, приехали мы на место, долго выбирали, топтались, как собак пересного круги нарезали по лесу. Все по тропинкам, это по болотам, по кустам. Короче, нашли в результате хорошую поляну. Угнездились, проверили по уровню, как стоят вездеходы. Будет ли нам хорошо спаться ночью, от этого сильно зависит. Сейчас будем доставать весь наш скромный скраб. Скромный скраб, скарб у нас с собой... Даже, смотрите, самовар есть. Самовар есть, еще заклинило его. Ну вот будет чем вечером заняться, будем самовар расклинивать. Так, место для самовара нашли. Отлично, самовар стой. Ну и немного о том, что у нас с собой есть из комфорта уличного. Стол, три стула, вода у нас есть, небольшая бутылка с собой. Я думаю, нам на троих на вечер должно хватить. Как вы думаете, хватит, не хватит нам столько? Я вот фиг его знает. Все зависит от того, как мы ее будем стартить. Так, что у нас еще? Ну, и стандартный набор: спальники, подушки, сапоги. Кстати, очень полезная метла. Рекомендую всем ее с собой брать, такую какую-нибудь сметку, потому что вот всякий разный мусор, хлам. Удочки, смотри, хорошо так стали, наборочные. А кстати, да, спиннинги. Обратите внимание, как лежат удочки. Мы катаем их с собой весь день, и они у нас оттуда ни разу не свалились. Так что берите на вооружение, возите удочки правильно. Все, мы будем готовить лагерь, потому как скоро будет темно. А мы голодные, без обеду. Самоварчиком поставим. Самый что ни на есть центр масс стола. Достанем наш горшочек варить. Кстати, у нас появились приятные дополнения к угрилю. Угриль думает о нас. Антигремячая шумка. Но это не просто сумка.
эта штука поможет вам на природе комфортно расположиться. Или вот как-нибудь так. Это еще не все. Есть сумочка для чугунной решетки. Это для того, чтобы ношу можно было разделить и нести это хозяйство вдвоем. Так, все это дело мы убираем подальше, чтобы нас это не стырили. Все, жрать охота, готовить будет. Да. Дошло дело до святого. Мне вот эта часть нашего путешествия всегда очень нравится. А тут у нас немножко другой процесс. Мы решили все-таки погреться огнем. Ночь обещает быть холодной, поэтому решили разжечь костер. Пока Мишаня у нас думает о сосисках. А что о них думать? Их надо жарить. И более того, их не надо жарить. Мы их уже жарим. О, процесс пошел. Вот. Наш гриль, он всегда нас кормит и греет, кстати говоря. А мы, так сказать, немного замерзли, потому как на улице у нас, наверное, минус один. Ну да, а ночь будет, наверное, еще. Вот. Так что... Мы ехали, лед был на воде. Так что кому, если что, понравилось, скидка 7% по промокоду Герасим Мир Вездеходов. Ссылка под роликом в описании, вон там. Ну, ребят, зажгли мы новогоднюю елку, свет базовой комплектации. Ярко, глаза болят. Вот как-то так. Лес видно, гриль видно, стол видно. Итого, господа, у нас получилась изумительная красота. Миша. Тяжелая, много, вкусно. Так, ребятки, нам приятного аппетита. Все. Все за стол. Все за стол. Прошу. Народ, мы готовимся ко сну. Давайте я расскажу вам, что из себя представляет наша однокомнатная квартира на колесах в ее базовой комплектации. Значит, есть на все окна тепловые шторки. Такие вот полезные штуки. Еще одна штора отделяет нас от пространства кабины в целях экономии тепла и утренних лучей солнца, которые иногда раздражают. Отапливается все это дело установкой Eberspacher. Вот стоит у нас управление. Так, что еще? А вот у нас трансформируемые наши спальные места. Все очень быстро и просто. У нас имеется розетка 220. И как вы заметили, на улице темно, а у нас светло. У нас есть подсветка. Ну, в каждой стандартной квартире, вы знаете, есть хотя бы, ну, какая-то лампочка Ильича. Если она тоже есть, даже две. Так, ну все, закончился сегодняшний день. Улитки позабирали свои домики. Просторные. Этот домик гораздо просторнее, чем был раньше. Так. Что сказать? Ну, каким был сегодняшний день, вы сами все видели. Куча чувств. Первый раз ночевка в брошке. Куча места. Можно вытянуться. Даже вот так. Ой, какой кайф. Все, ребятки. Завтра вам утром расскажу, что я тут ночью видел, какие сны. А сейчас всем спокойной ночи. До завтра. Сейчас гаси свет. Будем будить Мишаня. Thank you.
Он, наверное, конечно, уже не спит, пока мы стучали топорами. Че, уже вставать надо, да? Да, Мишаня. Я слышу, что там шкварчит угриль. Угриль уже готов. И там, наверное, сосиски какие-нибудь жарятся. Уже все готово, вставай. Звезда Ютуба. Так, ребята, пойдемте смотреть, что у нас творится на улицах. Костры, костры горят. Какая красота. Это я вовремя пришел. Это я пришел вовремя. Так, еда. Александр. Утро доброе. Андрюха. Доброе утро. Ребят, хочу сказать, что у нас открылся телеграм-канал «Герасим. Мир вездеходов», на котором мы рассказываем о вездеходной технике, новинках, всех вещах, которые мы берем с собой. И будем стараться держать вас в курсе всего происходящего в вездеходном мире. Ссылка внизу под роликом в описании. Да, ребят, все, вы собрались? Собрались, убрались. Все у нас тут чисто, аккуратно. Костер сейчас закопаем. Все. Колесики, надувайтесь. Так, ну недолго думая, чем заняться, мы будем искать какие-нибудь засадные места. В общем, будем продолжать испытания возможностей и надежности аппарата. Поехали. Ну что, я думаю, без комментариев. Ну, здесь можно прям почувствовать, как оно, что такое землетрясение, когда вездеход подъезжает и ковер под тобой прям вот расходится волнами. Серпик, ты куда? Шерпик, стой! Так, ну что, мы видели, что здесь брошка проехал туда-сюда, а шерпка что-то старается. Да, ребятки, ситуация. Нашли все-таки мы ту самую жижу, которую мы хотя бы одну машину засадили. Хотя странно, есть вода, должен идти. Не, Андрюх, ты похоже на брюхо сел. Хотя не. Идет. Хе-хе-хе!
Так, снова устроили мы небольшой баттл между машинками. Обе машинки едут. Единственное, что брошка прошла этот участок повеселее, потому как у нее стоят борт-редуктора. И за счет этого у нее клиренс повыше, поэтому она свои колеса опускает поглубже. Вот. Как-то так. Итого, народ, давайте я подытожу нашу сегодняшнюю поездку. В общем и целом все прошло хорошо. Мы заехали в болото, покачались на коврах, поймали местную треску, помесили глину, пожгли костры, заночевали в машине. Я познакомился ближе с ее управлением, так сказать, попытался слиться с вездеходом. Вот, будем планировать следующие поездки. На этом у меня все. С вами был Мишаня, канал Герасим Мир Вездеходов. Также мы есть в Телеграм. Подписывайтесь, ставьте палец вверх. Всем пока. Поехали. Два вообще страшных человека. Я его боюсь. А вот это вообще вот монстр человек. Каждый. Буду приехать в болото. Так. Мамочки! Кто едет? Вот. Ты назад не опрокинься, люби. Ну что мешать? Ну как? Лень было пилу достать, да? В всякий случай у нас есть даже лопата. Потому что ну, мы собирались вроде как на червя... Не знаю, этими, на рыбалку, а на рыбалку без лопаты не ходит, потому что черви нужны. Вот. Много о том, что у нас с собой. Сначала. Есть. Я же не успел включить. Уважай. Так. Что упало, то не совсем. То Мишане. Неужели в самом деле? Неужели в самом деле? Вот это у тебя красиво получилось.